В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана». В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте. И вначале короткий анонс. «Да будет свет», — сказал монтер. И появился свет, но не везде. О том, как энергетики справляются с авариями, на сетях расскажем через минуту. Полкилограмма мефедрона на двоих. Полицейские Махачкалы обнаружили запрещенный препарат у двух безработных местных жителей. Около 5 миллиардов рублей на здравоохранение. О том, как структура освоила средства в прошедшем году, обсудили на заседании правительства. Скорая гуманитарная помощь на дому. А в неочередной акции благотворительного фонда «Инсан» смотрите в выпуске. Энергетики Дагестана за сутки, используя все резервы, вернули свет более чем в 23 тысячи хозяйств, лишившихся электричества в результате непогоды. Специалисты Россети «Северный Кавказ» к утру 12 января восстановили 90 высоковольтных линий электропередач из 110 поврежденных, сообщают в пресс-службе ведомства. Однако погода преподнесла новые сюрпризы. На смену снегопаду пришел сильный ветер, из-за чего аварийные отключения продолжились. Для устранения неполадок привлечено 132 специалиста и 49 единиц техники. Несмотря на частые отключения, дагестанцы все же используют электроэнергию чаще других. Так, его потребление в день снегопада по республике стало рекордным в истории. Такие данные представил единый системный оператор энергосистемы. При среднесуточной температуре воздуха до минус 6 градусов Цельсия потребление электрической мощности достигло 1500 мегаватт, что на 65 мегаватт больше предыдущего максимального значения. Платили аренду и на ней же зарабатывали. Группа работников пенсионного фонда по региону с ноября 2014 года по настоящее время похитили 283 миллиона рублей. Предприимчивые сотрудники завышали суммы по арендным платам за помещения, в которых располагались районные отделения ПФР по городу Махачкала. В результате Следственным управлением России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело. Полицейские Махачкалы изъяли полкилограмма мефедрона. Синтетические наркотики были найдены во время досмотра у двух безработных местных жителей. Задержанные планировали распространять запрещенные вещества в республике путем закладок, сообщая координаты через интернет. Также установлено, что один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия. Крупное ДТП произошло накануне ночью в Волгоградской области. Рейсовый автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла по вине водителя большегруза, который выехал на встречную полосу. Водитель автобуса и 6 пассажиров, среди которых 4-летняя девочка, были госпитализированы с различными травмами. Новые камеры в Дагестане будут выявлять водителей с непристегнутым ремнем безопасности. Госавтоинспекция сообщает о том, что Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений запущено видеонаблюдение, позволяющее найти и привлечь к ответственности водителей и пассажиров за нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов. Всю информацию о местах размещения работающих комплексов фото-видеофиксации можно найти на официальном сайте ГИБДД. В центре Махачкалы появится несколько многоуровневых парковок. Такой проект был анонсирован градоначальником столицы Ризваном Газимагомедовым на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым. По его словам, многоуровневые парковки увеличат пропускную способность транспорта в центре города и создадут больше парковочного места для машин. Вопросы здравоохранения в центре внимания региональных властей. Подтверждение тому – финансирование отрасли. В 2022 году лишь в рамках реализации нацпроекта на эти цели было предусмотрено около 5 миллиардов рублей. Подробности у Патимат Ханаповой. Успеха в отрасли много, но и проблем хватает, особенно в части строительства медучреждений. В частности, на совещании коснулись возведения в Касавюрте детской больницы. Абдулмуслим Абдулмуслимов заверил вопрос на контроле у правительства. И мне было очень неприятно в одной из командировок вместе с Татьяной Васильевной, когда
Я в городе Хасанин убедился о том, что где рождаемость в год составляет более 5000 детей, нет детской больницы, куда привязаны 5 наших районов в северном регионе. Это неправильно, дорогие друзья, поэтому сейчас будем предпринимать все меры, чтобы в городе Хасанин была построена детская больница для оказания медицинских услуг всем прилегающим территориям. И вообще оптимистичен настрой участников совещания. По традиции готовых к торжественным отчетам об освоенных средствах, премьер немного сбил своими замечаниями. Это и профессиональная подготовка специалистов и их отсутствие. В частности, Абдулмуслимов назвал факты кадровой путаницы во многих государственных медучреждениях. По мнению премьера, неэффективное использование штатных единиц отрицательно влияет на качество работы. Мне это интересно лучше. Почему человек идет по подвальное помещение? Ему там медицинскую услугу оказывают лучше, чем человек, который приходит в республиканскую или в городскую больницу, или вторую, или первую, или третью больницу. Мне это интересно, я хочу знать, я хочу, чтобы мы были лучше. Государственные больницы, где на одной должности врача-терапевта состоят 4 сотрудника по 0,25 ставки. Или вы думаете, мы сидим в правительстве в хороших кабинетах, белые рубашки, галстуки, кондиционер, коровы, дорожки. Мы ничего не знаем, что ли? Я вещи называю, дорогие друзья, своим именем. У меня характер такой нехороший, прямой. Я знаете, почему такой? Потому что я Бога боюсь, я боюсь Аллаха. Я на этой должности нахожусь, я потом в загробную жизнь, я верую, я буду спрошен. Поэтому вы, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. У кого есть частные клиники, у кого есть частные больницы. Говорили и о хорошем. Так, 60 объектов здравоохранения отремонтировано за год в рамках нацпроекта. Все средства, выделенные на эти цели, по словам главы профильного ведомства, освоены полностью и в срок. Реализовывали все те цели, которые были перед нами поставлены. В частности, реализация 8 национальных проектов. Да, сделано было много в том плане, что работа по контрактации шла не самым лучшим образом, потому что имели место не выход на аукционы, поставщиков, неопределенной ситуации в феврале месяце, но тем не менее закупку основного оборудования, закупку автомобилей нам удалось. Есть успехи по реализации программы «Земский доктор». Так, за год в село направлены 165 врачей и 25 фельдшеров. Достигнуты хорошие показатели в лечении. Так, диспансеризацию прошли более 400 тысяч дагестанцев. Прививку от сезонного гриппа сделали почти 1,5 миллиона человек. Патимат Ханапов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. Пожалуйста, привезите продукты. Один из самых частых запросов в социальных сетях фонда «Инсан». Вне квартальных акций «Продукты в каждый дом». Благотворительная организация оказывает и быструю помощь. Так, накануне продукты получили порядка 40 остро нуждающихся семей. Эта продовольственная поддержка стала возможной благодаря пожертвованиям населения. Отметим, что активное участие в помощи нуждающимся приняли и имамы мечетей столицы. К нам было много просьб о том, что в семье не хватает продуктов или они отсутствуют, и мы решили сегодня провести эту акцию. Также к нашей акции присоединились и имамы города Махачкалы. Хотим поблагодарить их за волонтерскую помощь, которую они осуществляют в каждой нашей акции. Мы сегодня хотим охватить около 40 семей и развести более 100 продуктовых наборов для подопечных фонда «Инсан». Пусть Всевышний Аллах будет доволен всеми теми людьми, которые оказывают помощь в пользу нуждающихся. Да обрадует вас Всевышний Аллах райскими благами за ваши пожертвования. Вальхамду лиллахи раббиль алямин. Ислам Махачев – новый лидер команды Хабиба Нурмагомедова. Об этом в интервью «Спорт-24» рассказал выступающий в UFC Умар Нурмагомедов. Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева, так как он чемпион UFC и теперь лидерство в команде он будет нести на себе, цитируют спортсмены издания. Напомним, что в ночь на 15 января Умар Нурмагомедов проведет очередной поединок в ведущей бойцовской лиге мира на турнире в Лас-Вегасе. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до скорых встреч!